вы знаете, вот то, что было на Украине с Майданом, я причем, кстати, была вот как раз, только это все начиналось, на Хрещатике как раз, у меня причем гостиница даже была, прям выходила на это все. Я думаю, вот мне выбрали еще гостиницу замечательную, там, мне спать надо перед выступлением, а он там, яу, все горит, все кидает. Ой, печально. Я считаю, что... Я не считаю, я не хочу в это верить. Я просто отказываюсь про это говорить и думать даже, потому что настолько сильно люблю свою страну, настолько сильно люблю свой родной город Москву, что я даже никогда не буду представлять это, потому что мысли материализуются, поэтому фу, подальше это далеко.